физкультурно-оздоровительном комплексе «Медвежьих озер» прошло награждение команд-победительниц межмуниципального этапа первенства Московской области по футболу среди юношеских команд. На это торжественное событие приехали почетные гости, представители администрации и депутаты городского округа Щелково. Лица главных болельщиков юных футболистов, их родных и близких светятся от радости. Целых три команды из «Медвежьих озер», выступавших в разных возрастных категориях, сумели завоевать победные кубки областного первенства. Самые старшие, 16- и 17-летние ребята, смогли завоевать титул чемпионов, когда ситуация складывалась не в их пользу. В первом круге после двух поражений они отставали на 6 очков. Против них играли 8 команд из разных муниципалитетов. Но ребята после неудачи в первом круге смогли собраться и больше ни разу не проиграть. В последнем матче с командой из Дзержинска в напряженной игре им удалось вырвать победу со счетом 6-5. И вот они чемпионы. Ура! Все ходили на тренировки, все старались, все выкладывались друг за друга. Поэтому вот результат, конечно, и мы выиграли чемпион. Мы старались, к этому долго шли, мы после уже первого круга мы думали, что у нас не получится. Но тренер у нас показал обратное, что если стараться, все получится. Вот мы выиграли чемпионство. Чемпионами стали и ребята на 2 года моложе. Они смогли обыграть команды из 9 городских округов. Причем в некоторых матчах их преимущество было совершенно неоспоримо. С финальным счетом 18-0. Эти ребята намерены и в следующем году отстоять титул чемпионов. Считаю, мы выиграли вся команда наша потрудилась. Весь сезон выкладывался на все 100%. На игры выходила с большим настроем. И пытались что-то сделать, и в итоге у нас такое получилось. В течение года у нас сплочилась очень хорошая команда, вот, и стали чемпионами. Обе команды, ставшие чемпионами, готовил к матчам тренер футбольного клуба «Медвежьи озера» Олег Михайловичев. Со многими из ребят он занимается футболом с их совсем юных лет. И все эти годы они мечтали стать чемпионами. И у них получилось. Их настрой на победу в большей степени заслуга тренера. Ставить перед собой самые высокие цели и добиваться, даже если споткнуться, как было у нас в первом круге, ничего страшного в этом нету. То есть надо подниматься и идти до конца. В «Медвежьи озера» по результатам областного футбольного первенства приехал и серебряный кубок. Его выиграли 13-летние мальчишки, которых тренирует Михаил Цыбров. Они заняли в итоговой турнирной таблице 2-е место. В целом же, такой великолепный результат 3 футбольных команд на областном первенстве говорит о высоком уровне спортивной подготовки в «Медвежьих озерах». Поздравляем! Андрей Цыханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.